Как только нам завезли обнову и разработчики добавили полную кастомизацию прицелов, все задались вопросом, какой все-таки прицел лучше себе Сегодня поставить. я вам покажу конфиг прицела Ники 1337 и пару своих конфигов, которые подойдут под каждый вид стрельбы. На самом деле, любой игрок может подстроиться к любому прицелу, но для начала уточним, какие виды стрельбы у нас существуют. Давайте начнем с основных азов. Фликинг и тракинг мы не берем, у нас остается таппинг, то есть одиночная стрельба по пульке. Бюрстинг – это короткая очередь. И спрейинг – длинная очередь. А к чему это все, спросите вы? А к тому, что если вы хотите раздавать хедшоты, то вам больше подходит точка. На самом деле, отчасти это совсем не так. Это все самовнушение. Вы можете раздавать хедшоты даже с таким прицелом. В общем, опустим эту тему и перейдем к самим прицелам. А первый конфиг, который я хотел вам показать, это конфиг прицела Ник. Довольно-таки дефолтный прицел, но многие люди спрашивают о нем. Хватит. Вот, скринить кому надо, я пока попью водички. Мы перейдем к моим настройкам прицела. Первое – это точка. Настройка довольно-таки простая, но эффективная. Для того, чтобы раздавать по головам. Сейчас вы видите ее на экране. Также вы можете поэкспериментировать и сделать квадратик. Но для бюрстинга и спрейинга я использую вот такие вот прицелы. Но для новичков, которые еще не научились зажимать, то я вам посоветую сделать динамический прицел. Также забыл упомянуть про цвет прицела. Он играет немаловажную роль. Прицел должен выделяться на фоне текстуры игры. Ну а вот мой основной конфиг прицела, с которым катаю лично я. Есть очень много вариаций прицела. Все зависит от вашей фантазии. Если я кому-то смог помочь, всем спасибо за просмотр. Всем пока.